Байдарки, каноэ и даже лодка класса «Дракон». Каждый день, если позволяет погода, лучегорские любители гребли бегут на местное водохранилище. Пока они тренируются на старой базе, но уже строят новую. По нас проекту «Демография». Подобный современный спортивный объект очень нужен. Кто занимался водой, кто занимался детьми, зная, что на нашей территории было много достойных побед, много достойных людей. Чемпион Советского Союза, насколько я знаю, есть по гребле из нашего Лучегорска. Греблей здесь занимается уже 44 года. В конце 70-х на берегу водохранилища решили организовать гребную базу. А сейчас 50 детей под чутким руководством тренеров ставят новые рекорды на байдарках и каноэ. Ребята активно участвуют во всех краевых соревнованиях. Здесь занимались вот дети сначала сотрудников Приморской ГРЭС. Поселок разрастался, поэтому почти весь поселок у нас занимался греблей. Ну, со временем все развивалось, развивалось много спортов, видов спорта у нас. Соответственно, дети, больше возможностей у детей появилось выбирать по интересам свои занятия. Новая гребная база будет отвечать современным требованиям. Спортивный зал, новые эллинги, учебный класс, тренерская и долгожданный оборудованный пирс. У спортсменов будет возможность переодеться и принять душ. Дети смогут заниматься в комфортных условиях. Люблю физические нагрузки, поддержание в физической форме, как бы самое простое. На строительство объекта выделено почти 25 миллионов рублей из краевого бюджета. Новую гребную базу планируют сдать до конца осени нынешнего года.